Держи. Найди ее. Профессор Уизли! Мы не знаем, что это за магия. Если бы мы знали, что это такое... Глациус! Инсендио! Когда ж ты успокоишься, крыса летучая? Авада Кедавра! Протего! Это что, филин? А я думала, сова! Твой путь в мир магии начинается сейчас. Хогвартс Легаси. Напиши свою историю. Не уверен, что смог бы тут жить. Никогда бы не подумал, что сторонники Ранрака зайдут так далеко. Здравствуйте, сэр. Чем вы здесь торгуете? Здравствуйте. Я Джалал Сехми, а это моя лавка зелий. Хотите что-то спросить о нашем городке? А что у вас можно купить? Что вам предложить? Мне не составит труда это продать. Благодарю. Надеюсь, снова увидеться. Ривелио. Ривелио. Ривелио.
Ривель! Никогда бы не подумал, что сторонники Ранрака зайдут так далеко. Ривелио! Интересно, кто тут живет? Здравствуйте, мистер Сехми. Что-то искали? А что у вас можно купить? Что вам предложить? Надеюсь, снова увидеться. Никогда бы не подумал, что сторонники Ранрака зайдут так далеко. Прошу прощения, у вас что-то случилось? Можно сказать, что да. Я больше не могу вести дела и едва не лишился жизни. Поищите товары в других местах. Мне теперь нечем торговать. А, никогда не думал, что дойдет до такого. Не теряйте бдительности. Ранрак и его сторонники никого не пощадят. Они напали на вас? Ранрак не терпит гоблинов, которые не хотят к нему примкнуть. Мне бы тоже хотелось, чтобы волшебники относились к гоблинам как к ровне, но я не считаю, что для этого нужно проливать кровь. Когда я сказал им об этом, они вышли из себя и сбили меня почти до потери сознания. Отняли у меня тележки и все мои пожитки, и даже забрали самое дорогое — мои картины. Вы упомянули, что они забрали ваши картины. Вы художник? Да, это мое призвание, хотя многие полагают, что это необычное занятие для гоблина. Большинство моих родственников занимаются металлами или работают в Гринготсе. Готов поставить свою лучшую кисть, что сторонники Ранрака не ценят моей работы, и все холсты пойдут на растопку. Без своих тележек и инструментов. Кто знает, когда я снова смогу рисовать? Скажите, банда Ранрака уже нападала на вас раньше? Я уже порядком натерпелся их угроз и насмешек. Но они считают, что могут получить свое, только прибегая к насилию. В последнее время делается только хуже. Могущество Ранрака растет день ото дня, и его сторонники это знают. Они чувствуют, что им все сойдет с рук. Ранрак решил, что все гоблины с радостью последуют за ним. Но он ошибся. Многие из нас хотят разрешить споры с волшебниками с помощью дипломатии. Жаль, что с вами такое случилось. Увижу ваши тележки и сразу же вам скажу. Это очень мило с вашей стороны, но думаю, что их утащили в лагерь к юго-западу отсюда. Дорога туда проходит возле руин. Пытаться их вернуть было бы опасной затеей. Правда, я заколдовал тележки, чтобы они вернулись ко мне в случае потери. Хотя шансы и невелики, я все еще надеюсь, что смогу вернуть себе часть украденного. Приятно было познакомиться с вами. Жаль, что при таких обстоятельствах. После того, что Ранрак сделал с тем гоблином-банкиром в Гринготсе, нечего удивляться случившемуся с Арном. Ривелио!
лицо. Инсейн! Ривелли! Восемь ног — это уже чересчур. Надо пройти руины. Я наверх пути. Акция! Ривелио. Ага, лагерь. Кажется, это здесь. Отказался от теплого местечка в Гринготсе. Сидишь? Кажется, здесь не один вход. Что я тут делаю? Зачем вообще нужен этот мотор? Арн пожалеет, что не присоединился. Если он сейчас не одумается, будет еще сильнее наказан в назидание другим. Нужно было убить того предателя, Арна, когда мы забрали. Пусть Фиг или его ученики только попадутся в мои руки. Акция!
меня и разбегаются, кто куда, человечки эти. Всякий раз. Мы вернем то, что принадлежит нам по праву. Ранрок нас объединит! Акса! Ибиот! Зенди! Нет! Да сколько же вас тут? Ибиот! С рук тебе это не сойдет! Когда тебя еще на свете не было. Нас не остановит. Инцентр! И ты часто не можешь? Извини, не вышло. А, это ты в меня? А? Не быстро. Быстро, глядя, ты не отскакиваешь. Это было легко. Не бьет! Это для тебя не кончится! Инсейн! Я отомщу за твою гибель! По-моему, эффектно получилось. Теперь займусь тележками Арна.
Ривелио! 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 Акция! Ривелио. Вот так чары. Тележки возвращаются к Арну. Акция! Ривелио! Сам Мерлин гордился бы таким. Левион!
Инсенди! Акция! Эта победа мне тяжело далась. Здравствуйте, мистер Сехми. Что-то искали? А что у вас можно купить? Что вам предложить? Надеюсь, снова увидеться. Здравствуйте, мистер Сехми. Что-то искали? А что у вас можно купить? Что вам предложить?
Надеюсь, снова увидеться. Если вы пришли посмотреть на мои товары, боюсь, мои... Арн, хорошие новости. Ваши тележки скоро будут у вас. Я не знаю, что и сказать. Я уже отчаялся вернуть свое добро. Среди сторонников Ранрака я прослыл дураком за то, что верил в доброту волшебников. Но благодаря вам я знаю, что не ошибался. Мне легко удалось освободить ваши тележки. Рад, что вы в порядке. Ой, я жду не дождусь, когда ко мне вернутся вещи, особенно краски. А знаете, вы меня вдохновили. Я много лет водил дела с ведьмами и волшебниками, и мы всегда отлично ладили с ними. Ой, наверное, я посвящу свое следующее полотно всему хорошему, что у нас было. Отличная идея, Арн. Желаю вам удачи. Скорее бы взяться за работу. И еще раз спасибо за все, что вы для меня сделали. Всего вам хорошего. Когда прибудут мои тележки, я с удовольствием покажу вам свои товары.